Всем привет! Китайский Kingdom Rush снова подъехал. Прям хочется поиграть почему-то в него, не знаю. Он настолько похож на оригинал, но он такой весь китайский. Шанжу! Герой. Ты. Да, у тебя есть одно... А, и что с толку с твоего одного очка? А мне ничего не да? Вот его могу поиграть. Можешь поиграть? Магия шляпкой, да? Интересно будет вообще просто... Или вкачать этого до 5 уровня. А давайте еще им... Не, давайте поиграем новеньким. Выбрать. Ну, это мы читали. Так, что такое? Призовите три пешки. Призовите три пешки. Пешки. Ох, призову, ну. Отпустите после. Отпустите построение карт, чтобы... Что? Ну, ладно, короче. Чтобы разбогатеть, используйте абсолютное оружие Тонган Бджо. Обманчивый зверь. Это что такое? Каждый одноочко выпавшего кубика несет противник 30 очков урона. А повреждение противник превратится... А поверженный противник превратится, ну, во что-то, короче. Во что-то очень классное. Это что такое? Юнит, управляемый Фацеем, взрывается при убийстве врага и себя. Классное. Ну, давайте это возьмем. Да, ага. Блин, тут так-то было не очень легко. А ведь, ну, я думаю, у меня сейчас будет 4-го, да, уровня. А тут будет 3 испыташки. Ага. Ого. Ничего себе. А за них дают звезды, интересно. Надо попробовать потом. Может, сразу попробовать, да? Типа вот здесь вот была же одна испыташка. Вот она, да? Ну, давайте, короче. Неважно. Просто глянь, а дают за это звезду или нет? Я не улучшил там башенки же, ё-моё. Ё-моё. Башенки-то надо было улучшить. А где музыка? Мне, кстати, это, на прошлую серию накатили этот... Хё. Права. Солнечный день. Вот. Там какая-то музычка была на 3 минуты, которая типа... Что... А вот этих я могу пере... Ага, вот сюда. Да-да-да, вот так вот. С авторскими правами какая-то тут музычка, короче, была. Я что-то не понял, где она там нашлась. Вот это? Дэн-дэн-дэн-дэн. Тут вообще без героя, что ли? А, чисто без героя пройти? Так это запросто. Как вы тут стоите? Я деньги не потратил, ничего себе. Так, ну давай тут вот это будет. Шукшуна, да. Так, это держи. Так, ну тогда сюда мы, конечно же, артиллерку сделаем. И прокачаем ее сразу, ага. И сюда мы сделаем вот этих вот ребяток. Ага. А вы что, всех убили? Ничего себе, молодцы какие. Так, сюда мы тогда... Да нет, нет смысла делать. Нихера себе. А, вы кор... А ты не стреляешь, да? Давай сюда тогда пока. Угу. Сразу тогда вас прокачаем. Пешкой. Да-да-да. Что-то какой-то уставший сегодня вообще. Что-то... Ничего не вижу, что происходит. Кроме солнечного дня. 6 волн. И без героя. А, ни одного... Ну да-да, такие же испыташки, в общем-то, но... Тоже скучноватые, скорее всего, такие же, да. А, вы снизу пойдете. Да я сразу нажму. Деньги нужны. Просто мы сюда сейчас... Или сюда сделать лучше? Не, сюда, да, конечно, лучше сделать. Вот вас, да? Угу. А вы вот эти жесткие. Как бы жесткие. Как бы они думают, что они жесткие на самом деле. Воу. Они такие уж они и жесткие. Затыкано. Они думали, что они жесткие. Но они не жесткие. Давай, сразу же. Я следующую нажму. Нет? Давайте вот вам, ну, помощь. Ну давай! Ну я нажму. Да. Ну что ты такой? А вы что можете, кстати? Куриц нету, все. Никого нету, говорит. Нихера их там, кстати. Идет, блин. Так, ну тогда вас мы прокачаем. Как минимум. О, давай денег. Тут мы сделаем... А давай вот это вот.
Ага, а чуть-чуть мучу, ну. Давай, ну, песики-то это не страшно вообще. Кому могут песики быть страшными? Говорит. Говорит, песики мы не страшные. Херава, что, всех убили, что ли? Молодцы, получается. Так, надо вот это, да, да, вот это надо прокачать обязательно. Так, да, вы, конечно, жмем не сын. И тоже качаем. И сюда ставим. Да, еще одну такую, но. Она дешевле просто стоит. Денег нет, вообще не дают. С деньгами, как бы это, напряг. Жадины. На себе. Еще одна волна будет. Помимо этой. Тогда вот этих надо. А, тут вкачаны. Окей. Ты. А с одного этого магия умирает. А эти такие типа защищены. Не, ну это низкая защита от это. Сколько у вас хп? 204. А сколько ты дамажишь? А, ну ты 29. Ну да, понятно. Нихера себе, прошли. Молодцы. Ага, вау, ну. Так, тогда сюда бы вам еще, да, сделать? Чё бы нет, но. До кучки. А вы сколько дамажите? 7-12, но у вас быстрая, средняя скорость. А у этого медленная, да? Медленная скорость, да. А у этого тоже медленная. Нет, это вообще очень медленная. Все понял. Держи. Так, вот сюда вкачаем тоже, но. Они зря ускорение-то не сделали. Надо было слушать меня. Когда я играл в Kingdom Rush, я говорю, очень не хватает ускорения. Эти, которые из ПВЗ, они слушали. И во второй части ПВЗ уже есть ускорение. А то, что тут не сделали, ну так себе, конечно. Я бы ускорился. Скачать, не вкачать или магию лучше? Бакенбарды. Бакенбарды, правда? Но это не магия, это алхимики, как я понял. Ты куда? Куда бежишь-то? Не беги. Ни хера себе. Полегче, полегче, полегче. Да, не-не-не-не. Конечно, но. Расчувствовались. У меня было две звезды, да, это лишние. Сейчас посмотрим, дадут, нет? Да, дают звезду, точно, смотри-кась. Значит, три будет звезды. Вау, красиво, точняк, три звезды. Что брать? Не знаю. Что, на пересечении каждой точки? Ну, короче, я возьму, просто хотя бы, чтобы посмотреть. Что за турельки? Уже прокачалось. Так, ну, мир, да, ага. Хорошо, тогда надо все, что ли? Ну, я хочу дальше, потом пройду в следующий раз. Хочу просто дальше. Хочу увидеть, что будет дальше. Следите за врагами, которые могут помешать вашей защите, как вы. Хорошо, слежу за врагами. Надеюсь, они. Чё, белые пернаты? Это типа лучники. И дзюн страж, отвечен за защиту столицы. А, и эти. И казармы. А ты герой. Да-да-да. Шачачему, ну там вот это вот. Короче, смотри сюда, иди. У тебя же. Ты подостаешь же? Да, отсюда сможешь? Интересно. А ты как. А, турельки на каждом изгибе. Ну только этот, что ли, не понял. Они просто стоят. О. Ты давай-ка сюда, кстати. Хорошо. Ну тут явно нужно опять же играть через казармы и лучников, потому что лучников можно до максимума прокачать. Логично, да? Конечно, логично это. Еще как логично. Я вот думаю просто, если казармы здесь, то они смогут тут стоять. Ага, вот тут вот, типа. Ага, а тут мы, короче, лучников делаем. Угу. Да, 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 ушу. А, вот эти еще недоступны, только эти будут.
Белый пернатый гвардеец. Имперская гвардия белого пера, которая отвечала за защиту столицы и выполняла секретные приказы императора, однажды выполнила тайный приказ об убийстве с участием более 20 человек, успешно устранила вождя варварского племени и шокировала за пределами великих стен, наверное, великого стена. Великая стена. Очень медленная скорость, но очень сильная, видимо, да? Ну тут-то мы тоже еще одну тогда одну сделаем. Ну давайте вот так вот. Так, давай, поехали. О, скилл какой-то. Что может? Я просто не знаю, какой из них был скилл. Ну давайте сразу же, да, посмотрим. Ну-ка сюда. Оу. О, прикольно. Клево. Ничего так. Очень даже ничего. И как долго? Он еще и пулякает, что ли? Ни хера себе. Он все еще жив. Он еще ни хера что творит. Ни хера себе. Учик, эта штука. А, это этот костюм. Ё-моё, да ты хорош. Ты не качаешься ни хера, правда. Ну, хорош, хорош. А, без... ты что, всегда стоишь? И кто тут ходит? Это бухальня какая-то, что ли? Кто такие? Махистский мастер, махистский ученик махистской школы глубоко изучили путь марионетки, и они также обладают впечатляющей силой. Ну хорошо. Молодчики вообще. Вау, что он там мутит просто? Ни хера себе. Он один держит почти, да? Смотрите. Сколько? 220 надо брать. У вас скиллы также будут? Да. Пускает воплощение стрелу, которая носит 50 единиц урона и горит в течение 3 секунд. Улучшает меньше. Обучает лучников, улучшает меньшую дальность. Что такое меньшая дальность? Это что за петухи? Че? Петухи какие-то. Так, давай. Посмотрим на петухов. Ты качаешься как-то грустно вообще. О, ты кончаешься когда? Ага, понял. А давай здесь тогда стой. Птички. Ушу-шу, да. Птички что могут? Полет двигаться быстро. Ну я понял, да. Кто бы сомневался. Ну окей. Ага. Он нихера все время держится, да? Он... Блин, круто. Сколько хп у тебя? Можно тебя выбрать вообще? Нихера себе. Так, ну вы убьете. У вас быстрая скорость. А написано, что... А, очень далеко. А, быстро тут. А почему там написано было не очень быстро? Это мне интересно. Типа радиус увеличится. Ну, крит удар это хорошо. Но 200 денег пока жалко. На 220 накопить еще. Хотя, возможно, лучше казарму, да, апнуть. Да, блин, не, лучше двух лучников сделать. Давай. О, насыпают, да? Сколько урон? 15-28. Насыпают неплохо. Сейчас эти большие пойдут, и все эти насыпашки жопой пойдут, короче. Так, тут, смотрите, да, можно, короче, тоже лучников будет сделать потом. Ну, пока я только через лучников играю, потому что, ну, нет... Чё я... Хера себе, я не хотел этого делать. Ну сделал, сделал уже, что делать. Так, сюда поставим. Да тут нужно. Да это бред тут делать, надо продать нахер. Херню сделал. И пытаюсь что-то из этой херни еще и в это. И куда ты побежала? Охренеть, вы чё, иди сюда. Ага, давай, помогай там. О, стреляй. Ты чё танкуешь-то, дебил, что ли? Ты же издалека стреляешь. У меня есть там, да, то всякие. О, хорошая вещь. О, смогли, сумели. Может взять крит или что такое? Выпускает пылающий стрел, который 50 единиц урона и горит в течение 3 секунд. Но не вижу пока смысла. Этих есть смысл качать? Ну интересно хотя бы посмотреть. Не, ну лучше пока лучников сделаем еще одну.
Да? А потом будем скиллы качать, короче. Давай, иди сюда. Где, W надо нажать, что ли? Или что? Где вы? Эй! Не понял. У вас какая защита? Высокая магическая защита. А, ну тут я понял, да. Нам просто как бы... Те вообще были к магии иммунны. А у этих высокая магическая защита. То есть тут реально, чтобы повоевать чисто с этими... стрелками. Изучить стрелков. Ну, сколько у тебя хп? Ну, почти косарь. Чё, кто ты? О, убийца, самый свирепый воин в армии, булава. В руке может нести большой урон противнику. Самый сильный, свирепый воин в армии, точка. Булава в руке может нанести большой урон противнику. Вот, солдаты, это, солдаты с шипами в плане. Двигается медленно, большой объем крови. Ну, ух. Сколько? Нихера себе. Никто. Защиты нет, короче. Защита у него никто. Не, надо, короче, этих уже качать, да, наверное? Подкачивать хотя бы. А то тут защита никто просто. Давай быстрее. Так, этот еще пропал как назло, да? Можно? W нажмем и прокачаем еще, да. А кто еще настреливает? Давай, давай, напинывай ему. Чёка. Ну, нормально. Собачки, правда, бегут. Так, ты что? Страшно, сейчас за защиту столицы и дворцы. Низкая, много, ну, хэп, не хай. Ты ему убил? Ты отойди, отойди, отойди. Ты чё? Зачем? Кто? Что? Лучник из Гринвуда. Из Гринвуда? Наша поездка... Наша поездка — ограбление богатых и помощь бедным. Все наши действия справедливы. Наша поездка. Наша цель, наверное. Удаленная атака, высокий урон. Наша поездка, значит. Любит ездить. Ездок. Так, возьму-ка я... Или... Нет, я учетики вкачаю, да, просто хотя бы посмотреть. О, какие красавцы. В золотой броне, ничего себе. Прям молодцы, молодцы. Ну, лучники насыпают, да? Ты кто такой еще? А, это типа вы готовы новых завозить. Да, давай насыпай уже. Убили на туре. Это вот эти, да, лучники? Нихера не насыпают. Так, нужно это. Качнуть еще вот эту, да, башенку. Ну да. Вот тут-то надо, чтобы башенка была по-любому. Че, кто? А, эти просто едут. Ты там просто это, вставай давай уже. Могу. Спать хочу. Давай, давай, вставай. Хорош валяться, блин. Река. Лучники теперь с этой стороны. Ну, с этой стороны лучше, да. Потому... А куриц, что ли, выпустил? Хера себе. Так, W. Качаем. О, вот это нормально, да. Мне с этой стороны просто не было ни хера. И они стояли, а эти стреляли вот эти же ближе к точке. И они просто по ним, по этим лучникам никто не стрелял. Они тупо меня расстреляли. Вся история. Ну, нет, не хер скилл юзать. Нет смысла как бы. Он, кстати, прикольный, магия. Мне он нравится. Все лучше самого первого, короче. Любой лучше первого. Первый какой-то... Ну, у меня он был не вкачан. Что такое? Эй, кто там? У него замедляшки там всякие. Такие юниты. Хорош вообще. Дай, умри, что ты. Не живи. Во! Надо скиллы взять, посмотри. А что у тебя, кстати, вот это вот... Ну, просто наносит урон. Добавляйтесь дополнительно брони. О, это хорошо. Когда атакуют здоровье солдата, ниже ДС, он получает иммунитет к урону. Когда, типа, его сильно атаковали, он иммунитет получает. Хорошо. Что такое? А, это опять лучники эти. Не, пока не буду нажимать. Да не, нажму, деньги нужны. Давайте вот это возьмем, да, хоть чисто потестить. Так, ну это вот вам, короче. Да просто вот вам еще вот это. Давай, режь их. Да опять убили тебя.
Для интереса. Я как бы... А, их три можно взять. Уменьшается на 8 секунд. Ну, понятно. Угу. Окей. Увидеть бы скилл еще. Да-да-да, ты бахать умеешь, мы помним. Причем он-то остался, да, заметьте. А хозяина-то нет, все, помер. Хозяин-то не выдержал. О, идет. Может, крита отхватить, да, еще? Чем больше дальность, тем больше... Это выше шанс критического удара. О, нихера себе. Это хорошая вещь, надо брать. И дальность увеличивается. Ну, чисто на экспериментах сейчас сделаем, да, нам же нужно понять. Да, он поджег его, смотрите, да, кажется. И теперь еще это. Ты критуй давай. А, во. А тот там справляется. Вас убили всех, что ли? Не? Вот это я понимаю. Я не понял. Почему на 20? Было на 35. Что? Или это еще на 24? Не понял. Странно. Так, тебя мы вкачаем тоже, да? Вот эту надо по-любому качать ему. Потому что он как раз далеко будет это напинывать. Так, вам нужно вот эту вкачать полюбас. Чтобы вы, короче, когда вот вам такая херня происходила с вами. Ага. Так, W нажимаем, не ссым. Деньги нам нужны. 250 только нам нужно. Давай, давай. Во. Во. Чтобы как бы это... И брони нужно им купить еще. Во, пошли. Ну, у меня есть как бы что, да? Ну, она... Или это... Это обычный, да. Вот этот вот жесткий. У нас вроде вон есть парни. Ну, лучников быстро сейчас загасят. Мы, короче, еще поможем. И поддержим, да? Во-во, заме... Во-во, вот это напихивает. Ну да, тут уже 4 уровня башни, конечно. Криты там летят, скорее всего, какие-нибудь. Ага. Так, броню, да, качнем. И что теперь у вас? Низкая броня. А было тоже низкая. Ну, дополнительно какой-то брони, короче, добавили. Это хорошо. Опять тебя убили, кстати. Ну, эти не дойдут, да. Вот этот опасно. И вот эти вот херни бегут, смотрите, да? Ну их тоже убивают. Так, этих мы поддержим чуть-чуть. Охренеть, вот это, да? Так, деньги есть, надо брать. Хоть как-то подержать. Ты не, все еще не резнулся. Не могу, говорит, пока. Убили. А, ну нормасики. Да нихуя не нормасики. Давай, давай, беги туда. Бей, бей, бей их. Ага, ты же убьешь их, Сас? Ага, ну нормально. Никто не прошел, одну мину использовали. Хорошо, хорошо мину взял. Нормас, нормас, нормас. Да опять его просто убили эти, но... Лукари прям свичится, да, на него? Нельзя, да, передвинуть тебя? Ну ладно. Тебе надо качнуть. Вот, 35, да? Чем больше дальность, тем... И как бы... И... Непонятно. Ну ладно. Так, этим еще бы брони взять. Кто будет? А, еще. Две? Не, ну это жестко. Не, пока не буду нажимать. 14 волн. Ты иди сюда. Ну не тут, ну вот сюда надо было, да, конечно, конечно. Так, сюда тоже надо крит взять. На всякий случай. Так, ну давайте активируем. Хоть какие-то деньги еще прилетят сверху. 150. Иммунитет дольше. Да нам не нужен дольше иммунитет на самом деле. Угу. Нам нужен больше защиты, наверное, да? Ну ага. А средняя стала. Ага, понял. Все. И они смогут уже потанчить. Вот этих вот нормально. Со средней-то броней, да? Да они пока дойдут. А. А это обычные, блин. Я думал, это просто мопцы.
Они, конечно, сильные, но не такие сильные. Они вот какашек выпускают. Типа вот в этом их проблема в целом. А так-то насрать. Эти вообще собаки не пройдут. Поле магии, да. Вот ты что там валяешься, пьянь? Есть кого понажимать-то? Ой. Вау. А тут еще, короче... А-а-а. Типа можно нанять кого-то, нихера себе. Хе-хе. Окей. Не, вот тут-то возьмем, да? Еще, да. О, ща, ща. Да, опять его убили, да? Нихера себе вот это вот просто, да. Это беспределище. Вот реальное беспределище. Они прям жесткие, это прям охренеть можно. Так, поддержим их. Так, выпустим новых. Ага. Давай, 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 напинывайте им. Вот, ты дотягиваешься, ничего себе. Сказал бы я. Да не-не-не-не-не, да, убей, убей, конечно. Да, блин, последнюю мину. 14... А, последняя волна идет. Отлично. Нам главное не обосраться сейчас так же будет, да? Как бы тут жесткие только лучники. И поэтому нужно вот тут им стоять. Так или иначе их убьют. А там у меня еще этот будет 100. Но это вот-то херня вообще. Он медленный, лучники жесткие. Остается средний, да? Ну ладно. Во-о-о, они его пока там долбят. А, и там еще снизу до хрена их оказывается. Во, новый вышел, нормасики. Так, ты пока постой, а ты иди, иди. Все, а еще с этой стороны лучники. Блин. Ну-ка, нихера ты ему вкачал просто, пойдет сила. Так, вот сюда можно? Че, это все, что урона нанесло? Да блин, что за скилл? Он вообще работает? Так, ты отходи, отходи, отходи. Я за тобой не следил, сейчас я за тобой слежу. Больше такого не будет, блин. Так, вот вам еще. Ну, на, на, на. На, на, вот. Ударьте их сильно. А че ты стоишь, не бьешь? Не хочу, говорит. Ура! Да, или босс. Спасибо. Ну, блин, а мне почему-то нравится. Она очень-очень сильно напоминает Kingdom Rush. Прям вот тут реально. Вот прям жестко сильно напоминает. Она не просто вдохновлялась, она в наглую копировала. Может, не в наглую, но копировала. А мне и похеру. А мне нравится. Так, тут я все вкачал. Приоп. Приобрел, наверное, да? Сила атаки башни со стрелами увеличена. Но мне, наверное, в следующий раз магию дадут. И надо тестить магию уже будет, да? Мне дадут магию и артиллерию. Блин, вот эта статья офигенная. Шанс, что сплэш-турели не исчезнет. Что это такое? Что такое сплэш-турель? Черный порох. Да вот это? Бог, машина, огонь, гром. Непонятно. Атака турелями 20% шанс критического удара. Что такое турель? И почему она может исчезнуть? Это хорошая вещь. Призыв двух героинь на помощь. Это тоже хорош. Охлаждение навыков. Да, вот, вот это уже все хорошо. Прям отличное. Казармы и подкрепление ХП увеличены. Третий охранник это, ну... Ага. Баш, ну да.
Что-то игнорировать. Броню, наверное. Призвать одно дополнительное элитное подкрепление. А давайте возьмем, хоть поймем, что... Вот это, да? Что такое одно дополнительное... Призвать одно дополнительное элитное подкрепление. Что? Типа плюс один будет еще? Плюс 25 скорость атаки на 3 секунды, когда башни магов... Что? Когда башни магов, блин. Непонятно, короче. Что-то, когда атаки... Это когда башни магов. Можно еще попробовать какие-то... Да, блин, хочется пойти дальше. Скучно. Я не люблю, что в Kingdom Rush, что тут буду не любить. А, тут можно... Ого, это типа тот же самый уровень, который я проходил, но только нужно пройти с помощью магии и казар. И без героя. Или с героем, что-то я не понял. Интересно. Вроде пройти хочется, и хочется где? Хочу дальше, короче. А потом я подумаю уже. Просто мне интересно дальше. Так, ты что? Ты вообще не вкачал ни уровня. А, вот меня тебя открыли. Ну блин, я еще тебе наиграл. Хозяйка таверны Вунмель в пустыне с техникой меча золотой змеи и летающим ножом из листьев ивы. Он довольно известен в пустыне. Это вот там, короче, сидела, помните, вот в этой штуке. Никто у ней броня. Ну, мы тебя потом попробуем. Сначала этого мага расчувствовать, распробуем. Реально, да? Вообще ничего не вкачал. Ты издалека бил и не вкачал. Пипец просто, а. Не любишь ты качаться, конечно. Это даже больше вкачал, был 4 уровня. Он танчил, правда? Ну давай, давайте, да, новенькую. А потом, может быть, испыташки. Сколько у меня? 30 минут длилась катка. А, я же еще одну каточку это сделал, да. На испыташку точно. Ну много-много. Че? Да, мне дали, короче, алхимиков. Дал, угу. И... Водка дракона Дали. Ну, это, наверное, артилешка, да, как я понимаю. Вот это, да? Артиллерия солидарности. Наверное, да. Просто... Нихера себе, у вас там замес произошел. Жестко. Это потом, короче, наверное, да, что-то произойдет с этим, и они отсюда пойдут. О, кролик, привет. Да привет. Да привет. А есть еще кролики? Привет, кроля. Так, ну артилешку на 100% сюда делать. Вот 200 даже я процентов бы сказал. Угу, так, и тут будут лучники 100%. Вот тут мы сделаем казарму сейчас. Угу. Вот тут вот. И вот так вот. Поехали. Да, W. Угу. Да ты чё? Ты такое? А, типа ты пялишься, да, издалека? Ты подсказки будешь кому-то давать? Я можно убить-то как-нибудь? Попробовал. Попытка не пытка, как говорится. Тут будет много мелких, наверное, да? Потому что артиллерию дают на попробовать. Так, 310. Я хочу накопить... Или лучше сделать магов, чисто на посмотреть хотя бы, да? Ну, здесь маги не очень, хотя нет, тут маги вообще замечательно зайдут. Они, конечно, алхимики говорят, но я бы сказал, что они маги. О, птички, вовремя сделал. 100. Тогда тут надо сразу еще лучников сделать, на всякий случай. Давай, выпускай следующую волну. Соточка стоит. Я с лучников сделаю, чтобы птичек убивало. Опасно как бы. Хотя, не, я буду магов качать. Я лучше артиллерию вкачать. Да все хочется вкачать. Хорошо там ножиками своими трясти. И где? Я ж нажал. 15 волн. Сколько будет на максималочке? 20? Хорош пялиться, слышь, О, кролик убежал. Кролика спугнул, блин, блюдок. Хороший кролик был. Так. Магов качну, да? Ага. Долбит, смотрите, дал урон у него просто. Давай, дабл-вину. Нам не страшно. Так, вас бы тоже вкачать до 2 уровня.
кого? Это нормасики, да, все? Да тебя добьют там. Трое, смотри, да, и он стреляет еще третий, да, да, элитный. Все, 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 все. Он хорош, он стреляет. А значит, он хорош по определению. Нихера тут толпы, надо качать артилешку вот 100%. Понятно было изначально, да, что будут вот такие вот толпы именно будут. Потому что 310, охренеть, блин. Потому что артилешку дают, чтобы мы ее попробовали, да, потестили. Узнали, что она может, что мы можем, когда видим артилешку. Это только третья волна, давай, следующая. Нам не страшно, нам деньги нужны. Денег нет. Сколько дают за мопца? Ну, дают. Кстати, у меня же там какие-то новые эти еще плюшки, наверное, дали. Оу. Пустая лодка в форме дракона, тщательно построенное бюро по надзору династии Ли, оснащена ужасающей огневой мощью, чтобы атаковать всех приближающихся врагов. 390. За 390 ты именно такой должна быть. Ужасающей, ну, мощью, блин, обладать. О, идет. Это плохо. У меня казармы-то особо не вкачаны. Но у меня есть замедлежка, хотел сказать, и он, а я, она кончилась. Так, ну я дабы все равно нажму. Я тебе, я вот, да, скиллок пропишу, его вот такой еще отправлю тебе в догоночку. Ну, нормасик, ты его не убьешь, а он тебя убьет. Спорим. Так, не буду пока тратить. Хочу накопить 390. И там давай урон-то не получай. А он убил, да? Дракона моего, нихера себе. Ты прям сильный получается. Где 309? Вжа! Нормасики. Там еще мины просто, как бы особо-то не боюсь, конечно, казалось бы. Ну тут ни хера птицы летят. О, тоже, да? Да, нормасик. Вот это плохо, конечно. О. Так, нормас. Выживем, наверное. Во! Ей! Типа тебе можно выбрать место, да? Или ты сама? Я просто думал, она может уедет, да, навсегда, говорит, все. Рэп Чоп выступает в сторону дирижабля, чтобы атаковать воздушные единицы, как скорость дирижабля увеличивается. А, вокруг дирижабля. Ну, типа, нужно уметь им пользоваться, видимо, как-то. Бросить большую бомбу, которая нанесет урон вражеским юнитам в пределах досягаемости. Убить врагов. Шанс мгновенно убить врагов. Хорошая вещь. Когда есть шанс мгновенно убить врагов, да? Согласитесь. Сколько стоит? 250. Но я хочу магов качнуть. А эти урон от магов не получают. Нет, получил только что он урон от магов. Не понял. Че-то. Где-то тут меня обманули, походу. Ну, надо качать, чтобы не про... Не пропускать. Ну, ну ладно, да, да. Вот этих поддолбим. Угу. Да, нормасики. Ты там жив? О, опять идут, блин. Вы, ты стрелять-то будешь, Или ты стреляешь только когда в области находишься? Что-то ничего не понял. А ты что не стреляешь-то? А, у тебя типа очень... Очень медленно, все, я понял. А когда далеко ты находишься, ты не стреляешь. Странно это, знаешь ли. Скажу я тебе. А чё не нажал, кстати, чтоб шли? Ну я же говорю, сломают, смотрите, да? Башкой. Конечно, чем бы ты ещё-то сломал. Так, ну это я брать не буду. Вот это, может быть, я взял, да? Типа, ну нет. А он вон как дамажит. Интересно, блин. А есть как-то можно задать, чтобы ты по-другому летал? Допустим, вот сюда вот так вот, да? Вверх-вниз. Тупо как бы.
Почему ты не в него бил? Ты рандомно, что ли? А ты во всех стреляешь. О! Чё, ты не смог сломать, что ли? Пытался, да? Не получилось. Что-то сейчас принесет, видимо. Динамит, что ли? Как убили? Ну да, отгадал. Опять лучники. Мне не верится, что я смогу что-то с этим сделать. Ты там резнись, давай уже. Ты там будешь вот... Артиллерия меня жестко подвела. Ого. У нее типа радиус большой у мины. Это хорошая вещь тогда получается. Прямо 300. Имя небесного мастера по... Чё? Не назначает им самим. Небесными мастерами могут называться только тех, которые овладели Дао и привязаны сердцем к миру. Средняя скорость. Да уж. Опять, да, лучники? Вот вам, короче. Она сильно бьет, да, но она бьет тупо и непонятно вообще. Не сказать, что мне понравилось. О! Могу взять. Есть какая-нибудь... Ау... Чтобы собрать энергию неба и земля прямо. Ага. А. Что-то, смотрите, да? Вот это вот. Скорость атаки, она как бы, да? На 6 секунд. Пока она бьет, у нее скорость атаки, короче, бафается. Так, не-не-не, не умирай. Не понял. Ну, окей. А, вешку давай. Чё, кто? Овод. Че? Ну-ка, качаем 100 скорость. Так, надо ушников качать уже. Ну, чисто говорит, овод. Так, у тебя... Ага. Ну вот это плохо, что надо вот сюда лучников делать еще. 100%. Чтоб они других луч... Тут-то... Что-то произойдет, да? Нет, его бьют. Его бить не должны. Ага. А вот чтобы этих било... 220. Нету денег. Как будут. Живи, живи, живи. Этих убьем сразу. Ага. О, первый раз вижу, как убивает. Ну, это справится, да, башенка? Мне, хотя лучше тут надо было лучник. Ну, нет, хотя нет, там нормально было. Угу. Тут самые жесткие это лучники, если что. Лучники прям это какой-то прям беспредел. Вот эта гадость мне непонятна, и вообще я не понимаю, зачем она нужна. Это что такое? А, давай посмотрим, что вообще. Каждая атака что-то имеет. Убили все-таки, да? Да, я не уследил опять в очередной раз. Это плохо. Но у меня есть мина, конечно. Давай ты реснишься, короче. Уже. Я прошу тебя. Во! Ты бей, бей, бей его тоже. Просто пришлось купить на всякий случай. 20. Не, надо вот этого вкачать. И еще вот этих потом докачать надо. Ну, по ней он тут мало как-то заряжает. Ух, нихера вас. Ну, тоже как бы лучники тут самая жопа на самом деле-то. Эти-то вообще не страшны. Так, а вы где, кстати, тусуетесь? А, вон вижу вас.
Так, ты отойди, отойди. Угу. Нихера себе. Ага. Ага, ага, ага. Да, убьют, убьют. Нет, ну не трать, фу. Просто как бы, ну, тратить на одну собаку, ну, это обидно было бы, да? Ты стреляешь? То... А, вон там еще жирный. Блин, убили мне этого. О, давай напинывай, напинывай, напинывай. Этого мы убьем. Блин, не активировал. Деньги есть, кстати. Так, тебе и тебя. Угу. Ну, мне артиллерия такая не понравилась. Она непредсказуемая, хер поймешь. Она вообще какая-то рандомная херь. Может, если больш... много, да, вот такая длинная, как бы, да, типа, если оно какой-то имеет смысл, но непонятно, странно и нахер не нужно, на мой взгляд. Так. Угу, тебе. Надо этих качать уже. Чё, крышка в... Чё, крышка в крышку? Крышка в крышку? Чтоб они танчить хоть могли кого-то, да? Хоть лучников подольше бы держали на себе. Мак, отходи. Мак. Так, отойди, отойди. Угу. Ты там бахать, вот просто он мимо пролетел и ничего вообще не сделал. Заметили? Просто, как бы, просто я, говорит, тут пройду, ты не против? Я так говорю, против, вообще абсолютно против. Такого беспредела-то. А ему-то насрать, как бы, да? Фига непрочные какие. Так, давай, давай, давай. Денег мало получился этого. Ну, получил, сколько-то получил. Так, на казармы по-любому делать. Что с этих качать, потому что, ну, жесть, они проходят и все тут. Потому что тут у меня вот такая артиллерия непонятная. Лучники зло. Кстати, заметили, да, в Kingdom Rush такие же лучники и точно такое же зло. Прям абсолютно. Точь в точь, как говорится. Во, так вот сзади поставим. А, поставили. Но этот типа крутой, да, он дольше живет. Зачем я это делаю? Да блин, ну опять-то проследил. А, добивай, добивай, добивай. О, молодцы. Надо было это купить-то. Денег не хватит, не хватит. Но этих убить должны. Как бы нормально все. Оу, вот это плохо. Вот это вообще охренеть как плохо. Этих-то... Я не знаю просто, сможет ли ловушка. Смогла. Последняя. Так, ты резнулся, ага. Возьмем криту, чтобы подальше можно было стрелять, да. Ой, нихера как тебе плохо. А тебе опять эти лучники, да, накидывают? Не, надо вот этих взять по-любому. Они хоть это... Если вкачать, они хоть что-то могут. Давай, давай, давай. Выходи. Ты все еще уровень не взял. А, нет, подожди. Он взял как раз таки уровень. Он был третьим же изначально. Ага, уай, отлично. Фу-фу-фу. Давайте, выходите, парни. Парни посерьезней, но... Так, этого убьют. Еще вот ты. Ага. Лучников тоже раз... Так, давайте, идите. По-любому нужна вот эта штука, чтобы дольше тупо держали на себе этих лучников. Ты один? Друзей-то позови. Так, тут не вкать, тут, ну... Пока лучше всего башня лучников. Ну, магов я еще не прочувствовал, но вроде они тоже хороши. Сколько урон у тебя? Ну, урон хороший. Так, какая-то молния там еще дамажит. Это, наверное, от этого, да, отскакивает. Так, почему я... Ну, ладно, ладно, решил тут. 15, последняя волна. Ну, да, 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 нормально все. Тогда правильно все сделал, что просто урон.
Так, ты ж не умер, да? Ну я говорю, сейчас умру. Ну ты не умрешь, прикинь. Прикинь. Ты не-не-не. О. Так, кто? Еще станчик, да, какой-то или что, пропин? Давайте еще вот это возьмем. Тут можно что-то взять? Сейчас. Два. Мне нужно два золотых. Можно? Пожалуйста. Лиски. Лизики. Возможно. Да, говорит, возьми. Ну вот. Ну, короче, артиллерия мне не понравилась. Маги вроде сильные. Не пойму пока. Как бы. Вроде сильные. Его убили. Герой тряпка, да. Тут лучше брать героя этого, который прочный. Он бы, я думаю, оттанчил бы это все дело. Конечно, я понимаю, что лучники натыкивают, но тем не менее. Ну, он прям, ну, вообще тряпочка. Ну, прям, ну, тряпуська такая. Че? А, это мне показывают, смотри, говорит. Че, мы в лес, да, пойдем? Да, смотрите. Локация поменяется. Ну, у него уровень хотя бы прокачался. У него только магическая защита, физической вообще нету. Ну, типа, это интересно. А, вот она, вот он скилл. Усилен. Коварного змея нужно усиливать, это 100%. Коварный зверь. Он хорош. Блин, хочется и этого качнуть. А у этого скорости атаки, что-то бон... Ну, я, короче, вкачал, но я его вкачанным-то не пользовал вообще же, да, получается. Тоже, наверное, интересный. Эшо. О, который что-то сделает, не знаю, что. Плохо, что с переводом все тут плохо. Плохо, что тут все плохо, короче. Так. Три. Чтоб в следующий раз не брать. Что я качал-то? Я вот это, да, качал? Ага, тут. Когда башня магов что делает? Я вот... Получите эффект молнии на всей карте. Убийство башни. А типа на всю карту будет бить, да? Ну, круто, наверное. Атака громового линджу два раза время перед... Это вот эта штука, которая скилл у меня, он будет два раза бить. Непрерывный урон. А, вот он, да. И время... То есть два раза урон увеличивается и минус 50%... Ну, 5 секунд времени, наверное, да? О, ты увидел атаки башен магов. Надо вот эту башню, вот эту по-любому брать. Лучники, я их пользую. Ага. У меня еще одна есть. Тут что? Немного улучшает броню казармы и модернизировано что-то. Ну, броня это хорошо. А тут что? КП больше. Ну, давайте вот это лучше возьмем. Прям вот, я считаю, что это мне прям нужно. Вот это интересно еще, да? Может быть, произведет что-то волшебное? Странный лом. А если не произведет? Когда объем крови... Короче, хп меньше 20... Он будет восстанавливать дополнительно. Ну, типа для танка хорошая вещь. Цели убитой молнии дают дополнительно 30% опыта героя. Вот это что? Да, скорость атаки это хорошо. Тоже хорошо. И не, я бы, наверное, взял бы вот эту лучше. Это непонятно. Больше опыта героя, если я буду... Это герой, если я буду этим скиллом убивать, как я понял. Ну, он меня не убивает. Он не может. Нихера тут соты, да, вот этих всех штук. То есть тут можно как-то билды свои, да, мутить. Карты, что-то там про слово карты было, да? А тут слово колоды, значит. Это артефакты. Короче, окей. Ладно, буду продолжать. Мне пока что нравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!